Смоленск, Нижний Новгород, Казань, а теперь еще и Москва. Неподалеку от столицы прошел 4-й этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым автогонкам. Лучшие машины, лучшие пилоты, лучшие команды и напряженная борьба на трассе. В воскресенье гоночный день открывали спортпрототипы CN. Этот класс объединяет миджеты, прототипы серии Legend и шорткаты, российскую вариацию на тему британского спорткара Lotus 7. Все очень весело, нету АБС, нету трекшена, под 200 сил на 600 килограмм и дешево. GT4 это все хорошо, классно, но куда приходить молодым ребятам и ехать гонки после картинга? Сюда у нас даже резина дешевая относительно. В классе Super Production за рулем Subaru выступала юная звезда российского автоспорта, воспитанница программы SMP Racing Ирина Сидоркова. Хороший старт, и, в принципе, сразу с 5-го места удалось выйти в тройку лидеров. Конечно, хотелось добраться до лидера, до Ивана Чубарова, но, к сожалению, были некоторые технические трудности, которые не позволили этого сделать. Пришлось чуть-чуть сброситься, чтобы сохранить хотя бы серебро. Живая легенда российского автоспорта Владимир Черевань выступает сразу в двух классах. Причем в одном из них на гоночной классике. Он как ни скрутить, он энерговооруженнее, чем даже мой Touring Light. В этом автомобиле порядка 230 лошадиных сил. Он даже едет быстрее, чем класс S1600. Если ему слики прикрутить, он будет близко ехать к Турингу, Лайту. Заводская команда «Лады» выступает на обновленных «Вестах». Машина новая и отличается от прошлогодней машины, это аэродинамика. Новая подвеска у этой машины, улучшена система охлаждения. На прямых за счет аэродинамики стала быстрее машина, где-то примерно на 5-7 км в час. Вот, это дает такое хорошее преимущество. Одно из лучших качеств нынешнего чемпионата – непредсказуемость. Прошло сейчас, получается, это был 4-й этап, у нас было больше 4 разных победителей в гонках. Нам даже человек 6, наверное, побеждало. Так и должно быть в спорте. Не должно быть, чтобы только один человек выигрывал и так далее. Впрочем, в классе Туринг Лукойловцы не дали шанса своим основным соперникам из «Лады Спорт Роснефть». В категории Туринг Лайт первым пришел Николай Карамышев, в классе GT4 лидировал Денис Ременяка, а Владимир Черевань стал лучшим в одном из подклассов SMP History Cup.